Рыбу на землю, руки на лодку. Харьковская рыбинспекция провела рейд по отлову браконьеров. Местом охоты выбрали Печенежское водохранилище. В это время года больше всего нарушителей желают поживиться легкой добычей – карпами, окунями, щуками и толстолобиками. Охотятся инспектора только на тех, у кого нет документов на отлов и кто рыбачит сетью. Бессонная ночь в лодке приносит свои первые результаты. Через несколько километров еще одна. Инспекторы оставляют ее на месте в качестве наживки. Ожидания оправдались. Через пару часов браконьеры приплыли забрать свою добычу. Чем занимаемся? Рыбу ловить? Ну да. Накормлять будем. Браконьерство. Документы есть? Нам не дают документы. Ну, здесь... Давай, поймал. Инспектор уверяет, от закона нарушители не уйдут, заплатят солидный штраф. Вот именно от количества, от размера рыбы, насколько я знаю, не зависит. А описывается каждый вид рыбы поштучно, и за каждую штуку начисляется, там, ну, есть там таблица. Рыба отдается на хранение браконьерам, сети изымаются до решения суда. Работники рыбнадзора отмечают, что таких проблем не возникло, если бы рыбаки просто оформили нужные документы и соблюдали правила рыбалки. Алекс Скрипник, Евгений Клементьев, 057 UA.